Ломики, чтобы колоть снег, лопаты, чтобы сгребать сугробы и мусор. Весь инвентарь волонтеры привезли с собой. Рано утром они приехали навести порядок на месте страшной трагедии, которая произошла 77 лет назад. Мы убрали лед, подмели и собрали мусор вокруг памятника. Эту работу волонтерское сообщество выполняет не впервые. Многие ребята приезжают на уборку четвертый год подряд. Просто получаю удовольствие от того, что я, например, вот памятник убираю, и люди будут смотреть, им будет приятно то, что он чистый. То, что здесь нет бутылок, осколков. В завершении митинга ребята по традиции возложили корзину с цветами к месту трагедии. Здесь 5 марта, в годы Великой Отечественной войны, фашисты заперли на складе 19 жителей деревни и заживо их сожгли. Так они отомстили им за помощь советским партизанам. Ударом в колокол памятника волонтеры почтили память погибших. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.